Всем привет! Мы снова на пляжном волейболе, но сегодня я играть не буду. В Алматы проходит Кубок Казахстана по пляжному волейболу, и мы воспользовались случаем пообщаться с титуловыми спортсменами и с лучшими тренерами нашей страны. Сейчас азиатские игры, да? Не азиада. Ничего? Не азиада. Отличия нету, Таня. Нет. В сентябре месяце планируется выезд на азиатские игры. Очень важное событие, раз в 4 года она проходит. Но в связи с коронавирусом вообще получилось так, что она раз в 5 лет получается, да? Должно было быть в прошлом году. Затянули. Да, чуть затянули. Перенесли еще на год. И вот долгожданное, наконец-то, оно сбудется, потому что всегда именно готовишься к этому турниру максимально. Да, потому что он проходит раз в 4 года, такой своеобразные олимпийские игры для азиатского континента. Да. Еще больше всего это было азиатские игры, потому что мы к ним долго шли очень. Вот. И как раз сложно, я вспоминаю, это был полуфинал, самый сложный оказался полуфинал. Мы вроде бы сделали шаг, мы пали в четверку уже, все, да, мы уже в четверке, но нам хотелось медали, почувствовать медаль. Вот. И полуфинал у нас сложился очень сложно, мы 2-1 выиграли, это был Китай. Вот. Причем мы первую партию, по-моему, да, мы первую партию выиграли, вторую партию мы проиграли, третью партию мы проигрывали. Но вырвали, да? В концовке все-таки при счете 10-10 мы там буквально дожали, выиграли, и все. Это было просто уже, в первую очередь, психологический прорыв для нас, что мы уже, медаль у нас есть. Как это чувство, вот этот вкус победы? Вы знаете, вот я, кстати, недавно вот опять дома просматривал медали, и вот в первую очередь наверху достал эту медаль, свою золотую. Да, медаль это не так, как, допустим, мировой тур выигрывать. Мировой тур выигрывали вот однозвездочные. Да, вот первые, вторые становились. Да, золотая медаль, все приятно. Ну, вот, когда медаль азиады, которая проходит раз в 4 года, с третьей попытки, это просто вот дорого-дорого стоит. Этот честно, момент, да. Когда на пьедестале играет гимн, и ты понимаешь, мурашки, что это мурашки просто... По телу. Да. Мурашки по телу, честно скажу, это флаг. Даже слезы радости, победы. 14-й год, как раз таки наш легендарный Алексей Сидоренко и Диченко Александр стояли на самой высокой ступени пьедестала. Ну, это здорово, когда есть примеры, на кого можно равняться, с кого можно брать, тем более с такими тренерами, как вы, так там 100%, я даже не сомневаюсь. Очень надеемся, но, вы знаете, было много трудностей, они есть. Тот опыт, что у нас имеется, он был, так сказать, при хорошей, мощной финансовой поддержке. Но тот период, когда мы попали именно на пьедестал, у нас была проделана колоссальнейшая работа, и мы принимали огромное количество, то есть участие в огромном количестве турниров. Что-то говорили, да. Около 19 турниров было на тот момент. 19 турниров в году, помимо УТСов и прочих небольших турниров. Прям колоссально. Да. Сейчас, к сожалению, нет такой финансовой возможности Федерации волейбола Казахстана и у дирекции развития спорта. Мы принимаем в 2-3 турнирах в году. Перед основным турниром, но это, к сожалению, очень мало для того, чтобы наших игроков вывести на пик.
нами уже было проведено два учебно-тренировочных сбора. Первый учебно-тренировочный сбор прошел в Таиланде, в городе Пхукет. Это как раз-таки перед двумя крупными азиатскими турнирами, на которых мы выступили достаточно неплохо, но все-таки не добились своей цели. Мы остались в шаге от пьедестала, мы заняли четвертое место. Буквально в игре против французов мы не добили один мяч в гол, и, к сожалению, немножечко удачи нам не хватило. Один мяч, да, казалось? Буквально, ага. И остались с деревянной медалью. Ну? Вот. А второй учебно-тренировочный сбор мы прошли перед чемпионатом Азии, который состоялся в Китае. Но также, к сожалению, не достигли намеченных нам результатов. Девятое место для нас, такое не самое хорошее. Но в то же время мы проиграли сильнейшей команде Азии. Был опыт поиграть с такой командой? Богатейший опыт. Но просто как раз-таки та игра показала, насколько у нас большой ресурс нашей пары. Я вот особо хотел отметить пару Алдаш и Гурин. Это ребята, если при хорошем финансировании они будут играть большое количество турниров, они будут играть в элите мирового волейбола. Ну, Алдаш, у него вообще дебют сейчас будет на азиатских играх. Да, именно так. Потому что этот игрок нашего молодежного состава, и он как раз-таки уже второй год в основной команде, и он уже созрел для больших побед. Сколько ты уже с Кириллом в паре? С Кириллом почти 3 года, 20-го года. А в целом волейболом ты занимаешься? Расскажи немножко о себе, как у тебя вообще? Я сам из города Шымкент, я сам начинал по классическому волейболу. 14-15 лет, там, в 8-м классе. У меня там физрук видел, данные хорошие были. Может, волейболом или баскетболом можешь заняться, там есть хороший тренер знакомый. Там ему номер дал, отец позвонил, так и так. Типа, наши ребята тоже с класса ходили, 2 человека, по-моему, одноклассники мои. Вместе начали с ними ходить. Потом тренер подошел, там спрашивает, там, чуть, но он кореец был, но казахский не перетек. Он спрашивает, что, родители какие его визы, там, какой род, как высокий или нет, там, в какой семье, младший. Там, по статистике, в младшей семье, там, высокий на 70% типа, статистики. И так, и началось потихоньку с классического волейбола. Вы играете в паре. Кто из вас больше эмоциональный, ты или Кирилл? В вашем тандеме. Тандеме у нас... Иногда там сгораю, типа ошибки бывают, я сгораю, иногда Кира там по-разному, по очереди, можно сказать. А вы друг к другу обращаетесь по имени или у вас есть какие-то определенные свои словечки по обращению? Не, обычно там типа Киря, у меня Дос зовут. А, у тебя Дос? Да, Дос или Нурик там. Ага. А когда вы злитесь, ругаетесь, как вы друг к другу обращаетесь? Обращаюсь, как обычно, не так. Кирилл там, Кирилл там, по имени. По имени-отчеству, да? Я обиделся на тебя, я по имени-отчеству буду к тебе обращаться. Вопросы, как всегда, вопросы. А по каким критериям вообще идет отбор на азиатские игры у вас? Именно в пляжном волейболе? Чемпионы Казахстана по пляжному волейболу. Одна пара или две? Две пары. Кто занимает, вот как мы в прошлом году заняли 2 парами первое и второе место в чемпионате Казахстана. И, естественно, вот мы... Ты играешь в паре с Нурдосом. И скажи мне, кто у вас вообще более эмоциональный, более спокойный? Кто кого вообще успокаивает, так скажем? На самом деле, в нашей паре, мне кажется, мы оба спокойные. Но Нурдос еще спокойнее. Мне кажется, я чуть-чуть более эмоциональный все-таки, да, более эмоциональный. В конце партии, например, если ажиотаж идет, конец партии, и там нужно забить мяч, гол, то ты себя больше ярче проявляешь, да, как им? На самом деле, эмоционально, да.
ну, я больше там покричу, поору, чем он. Ну, мне так кажется. Ну, и он как бы не отстает в этом плане. Ну, мне кажется, я все равно погромче. Погромче. Да. Часто ли меняетесь парами, или у вас есть определенные стандарты, вы участвуете, вот, например, ты с Нурдосом, и все, то есть вы уже неразлучные? Ну, знаешь, меняемся, бывает, меняемся, там, как тренер скажет, но он смотрит и более подходящий, как бы сказать, по стилю игры, соединяет пару, ну, людей. То есть решает? Да, да, решает. Купидон. Что нужно для того, чтобы пара стала успешной и выступала на мировом уровне? Основные критерии отбора – это, конечно же, хорошее физическое здоровье, мощная психологическая устойчивость, что немаловажный фактор в современном пляжном волейболе, но и богатый арсенал технических приемов, который должен обладать спортсмен. А в сборную Казахстана попадают сильнейшие игроки на данный момент, и они представлены как раз-таки игроками волейбольного клуба «Буревестник» и волейбольного клуба «Каспий». Мировая тенденция, что в команде пляжного волейбола высокорослый игрок, он блокирующий, специализирующий, и игрок более низкий – это защитник. Так играет 96% всех сильнейших пар мира. Только некоторые пары, которые по очереди меняются. Но так более узкая специализация. Это профессиональный блокирующий и профессиональный защитник. Но в то же время иногда тактически меняется, и блокирующий играет в защите. Или, например, защитник выходит блокировать. С ним играешь, кстати? Уже лет 9. Лет 9. Так это уже прям хороший срок. Скоро у вас годовщина. Можно отмечать годовщину. Конечно, соберемся, пойдем отмечать. Кто у вас добрый, кто злой? Знаете, это как добрый, хороший, плохой коп. Кто у вас кто? Как вы вообще достигаете успеха-то в паре, в тандеме? Ну, в основном Сергей у нас очень добрый. Да. Очень добрый, и поэтому иногда приходится где-то подкрикнуть, подсказать как-то. Он такой, хотелось бы больше от него, конечно, эмоций в момент игры. Потому что когда показываешь свои эмоции, да, не держишь их в себе, гораздо легче играть. Мы оба как бы такие спокойные. Дима, он более такой, как бы, выражает эмоции, вот так скажем. Вот, потому что где-то это нужно. А я тоже стараюсь, но я просто были такие моменты у меня в жизни, когда в общем, которые позволили мне чуть больше поиграть с одним из нападников. Где-то там, в общем, мне нужно было эмоции чуть подубавить, чтобы, в общем, конфликта не произошло. А, опыт был. Поэтому такой. Да, поэтому вот этот вот момент такой, знаешь, это очень. Ну, в общем, на усмотрение, знаешь, ты как вот бывает, например, да, в игре вот, на уровне рефлекса все происходит, когда летит мяч, тебе нужно принять какое-то решение. Вот, это доли секунды, и там также, то есть какой-то момент произошел, и, ну, почему люди ссорятся? Что-то, плеск там, этот, на эмоциях что-то сказал. Даже есть такие выражения, что тоже, допустим, когда у тебя на эмоциях не надо ничего говорить. Ты включаешь свою мудрость. Да, спокойно. И это как бы из игры переходит, когда, допустим, там, ну, представь, да, ситуация, там, ты сидишь на приеме, а у команды матчбол. Вот, то есть, все, сейчас вот ты не принимаешь, не забиваешь, все, проиграл матч. Вот, тут уже эмоции, все, только мяч, ты и все. И, конечно, там какие-то моменты, переживания нужно все равно опускать, забывать и играть следующий мяч. А люди вот почему там совершают ошибки, потому что они еще думают о предыдущих мячах, вот эти эмоции остаются. Поэтому, ну, у нас с ним более такая спокойная игра, но где-то нам, конечно, это и, ну, лично мне, да, нужно более эмоционально бить. Как
Катар, если мы возьмем Катар, допустим, то именно в пляжном волейболе у них там, начнем с того, что сколько там, 30, ну, примерно как в Дубае, да, в Арабских Эмиратах. Жара. Нет, я имею в виду 30 или сколько там процентов местного населения. Вот, все остальные приезжие, и в спорте у них очень много легионеров. То есть у них... И у них играет два африканца. Вот. Прыгучие. Один в Сомали. Да, они прыгучие, такие сухие, то есть, но здесь в пляжном волейболе важна техника. Как, ну, как и физика, но техника, это, ну, ты не можешь там прыгать высоко и забивать. Там надо видеть площадку же. Это, естественно, это не, то есть, если бы, допустим, он легкоатлет там был бы, просто пробежать, то да. Ну, опять же, там тоже есть свои там нюансы. Но именно там обращение с мячом, это тоже там у них тренер иностранец, там, аргентинец или тоже. То есть это вот накладывается техника на физику, конечно, это прям... Они сейчас топовые, да, ну, одни из топовых. Поэтому, когда у тебя есть техника, которая перемешку с очень хорошей физикой, с прыжком там, то, конечно, это адская смесь. Просто. Они, естественно, будут главные фавориты на предстоящих азиатских играх. Помимо этого, сильные пары Китая будут, также они будут играть дома. Естественно, дома и стены помогают. Да, а в дальнейшем есть где-то пар еще 6-8, которые могут без проблем побороться за медали, то есть, да, такие более-менее по силам одинаковые команды, и там будет чисто уже именно как моральная подготовка, да, физическая, кто будет на пике формы в данный момент, уже будет там сказываться на игре, кто и будет выигрывать. И вы в том числе, я уверена. Конечно, мы верим в это, мы верим в это. Всегда. Надо верить в себя, в свои силы, и тогда будет все получаться. Экстремальные какие-нибудь условия были? Давай про условия. Экстремальных условий не было. Вот на последних азиатских играх, именно про результат, да, практически, мы отлично играли против команды с Индонезией, выиграли первую партию, и все, и пришел ураган, ливень. Играли в Индонезии, где, по идее, должна быть жара, да? Но пришел ураган, пришел ливень, и тут у нас игра почему-то встала. Мы перестали играть. Оказалось, что дождь и ураган — это не наша погода, а индонезийская. Вот как-то так, да. Ну, так прям ливень сильный и дождь стеной. Да. А так, в принципе, во всех азиатских играх примерно одни и те же условия, да, у нас? А игры не останавливаются при пляжного волейболе? Нет, пляжного волейболе нет. Только прям если сильный ураган, молния и тому подобное. То есть, который ураган был у вас и ливень стеной, это не повод, чтобы остановить? Это не повод, да. Это было еще нормально все. То есть, зонты у нас не летели, судьи у нас не летели со столбов ветром, да. То есть, все говорит, весь масштаб определяет судья. Да. Когда ему страшно становится, все, он убегает. Да. Сейчас тренер женской сборной. Да. Я поздравляю назначили, вас да. с этой должностью. Это действительно с именем. Да. Вы с именем, ваша команда. Тем более девочки сейчас тоже дают свои результаты, свои плоды. И понятно почему, потому что вы теперь с ними. И как тренер, даже если взгляд тренера посмотреть, вы будете новые пары создавать? Или все-таки девочек также... разнообразите их мир волейбола? Нет, вы понимаете, как бы был бы вариант создавать новую пару, но у нас, к сожалению, резерв очень маленький, нет пока резерв. Нам нужны новые лица. Да, все верно, нам нужны новые игроки, желающие играть за сборную, представлять. На сегодняшний день у нас вот две пары, это вот молодые пары две, это вот как раз сейчас, которые участвуют в 21-го, это Кабубекова и Ванченко, и вторая пара Уколова Радченко. Это те две пары, которые будут представлять в этом году азиатские игры, на которых, во-первых, возлагается, несмотря на их юный возраст, возлагается большая ответственность. Это да, это в первую очередь большая ответственность представлять республику, представлять страну, честь. Это того стоит. Какие сейчас у вас эмоции в преддверии таких крупных соревнований, ну, особенно для тебя, это же твои первые? Ну, пока такие нормальные. Пока ровно. Пока
Пока все ровно. Вот ближе к соревнованиям уже другой настрой, уже другое настроение будет. А как вы настраиваетесь на игры? Ну, мне кажется, это вот вы задали вопрос, по какой настрой. Так как у нас соревнования еще далеко, и чтобы не перегореть, ты стараешься как-то не думать об этом, не так, что о, у меня скоро игры. То есть перед этим у тебя еще будут и... А вообще перед любыми, вообще перед любыми играми? Просто стараешься не думать о том, что будет, как будет. Возможно, не знаю, вечером ложишься там перед сном, не чтобы там не думать, как я буду завтра играть. Просто подумал, вот я там выйду, вот так вот подачу подам, вот так достану, так заблокирую. И вы все, и ты как-то команда, да? Засыпаешь с этим спокойно. Вот такой настрой у наших спортсменов на предстоящие азиатские игры. Оставайтесь с нами, болейте за наших спортсменов и не забывайте о своем здоровье. До новых встреч!